трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Весной следующего года может ужесточиться наказание за излишнюю тонировку автомобильных стекол. Тогда Госдума рассмотрит соответствующий законопроект в основном чтении. Документ предполагает увеличение штрафа с 500 до 1500 рублей. В повторном случае нарушителю будет грозить штраф в 5000. Изначально было предложение наказывать рецидивистов лишением прав, но от этой идеи депутаты отказались. Трасса 101. Общественные организации могут наделить правом контроля качества бензина и дизтоплива на заправках. Это инициатива Росстандарта, который может организовывать соответствующую процедуру только раз в 3 года. По задумке ведомства, первоначально общественники должны будут заключить договор с лабораторией. Заборы горючего будут проходить открыто и после постановки в известность руководства АЗС. Время проведения проверок – первая половина дня. Количество проверяемых заправок – не менее 5. Трасса 101. В центре Москвы пешеходам могут разрешить переходить дорогу в любом месте. Это будут зоны так называемого успокоенного движения, где автомобили могут развивать скорость не более 20 км в час. Якобы такая практика есть в ряде европейских стран. Добавлю, что в скором времени депутаты Госдумы обсудят увеличение штрафа для нарушающих ПДД пешеходов. Hyundai Solaris накануне подорожал второй раз за осень. Ценник седана во всех комплектациях увеличился на 5000 рублей. Минимальная стоимость – 624 900, максимальная – 929 900 рублей. Для сравнения, цена нового Kia Rio от 634 900 рублей, Lada Granta от 359 900. Все они составляют тройку самых покупаемых новых легковушек в России. Трасса 101. УАЗ «Патриот» превратился в кабриолет. Первую такую машину в Ульяновске сделали для правительства Намибии. Представитель завода сообщил, что внедорожниками без крыши охотно интересуются силовые ведомства некоторых государств. Наши «Патриоты» там эффектно смотрятся на военных парадах. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.